Ну, дорогие мои, на сегодня у меня обед из двух блюд. Первое блюдо у меня борщ из свежей капусты. Вот, со сметаной. Вот, пожалуйста, я беру. Вот он. Вкуснятина, густейший, короче, как говорится, борщик такой, вот он. Отлично, со свежей свеклой, со свежей капустою. Вот, вот такой вот у меня это. Вот, теперь сметаночку вот так вот. Извольте. Вот, пожалуйста, сметаночка. А на второе у меня цукини. Цукини вот такие с помидорами обжаренные. В общем, вот они. С помидорами, с перчиками. Чисто натуральное блюдо. Вот, натуральным вкусом. Цукини я сегодня купил. На крестьянском рынке. Во вторник сегодня крестьянский рынок Айвалы. Я цукини люблю. Тут и немного кабачков добавил, короче говоря. Но в основном цукини. Вот он, пожалуйста. На третье у меня компот вот такой вот. Из абрикосов, из вишни. Все, короче, добавлено ассорти. Вот такой обед у меня, его превосходительство. Всех вам благ, а мне приятного аппетита.